Свеча памяти. Мы зажгли свои свечи в честь и во имя более 30 миллионов человеческих жизней, которые погибли на полях Великой Отечественной войны. Сегодня западные историки пытаются переписать историю. Но мы уверены, что это никогда не получится, потому что эта страшная война коснулась все наши семьи. Чьи-то деды и прадеды воевали на полях
войны. Кто-то ковал победу в тылу, а кто-то отдавал свои жизни в фашистских концентрационных лагерях. Наша задача передавать от поколения к поколению, говорить своим детям, внукам о том, что мы великая нация, которая спасла мир от фашистской чумы. Невозможно с той страшной войны. Наши гости. Уже много лет мы с вами в этот великий праздничный день, день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, совершаем некий маленький подвиг и молитву. Приходим сюда, на это святое место, священное место для каждого горожанина, где покоятся кости наших дедушек, прадедушек, которые в расцвете своих сил отдали самое ценное, самое дорогое, свою жизнь за наше с вами сегодняшнее и будущее. Мы говорим, что этот праздник, День Победы, это праздник со слезами на глазах. И действительно это так, потому что вместе с той скорбью, с теми большущими человеческими потерями, которые коснулись практически каждой семьи в нашей стране, мы сегодня с благодарностью к Богу возносим свои кратенькие человеческие молитвы о упокоении душ убиенных вождей и воинов на поле брани. Ибо Священное Писание говорит нам о том, что нет выше подвига, как тот подвиг, когда человек
отдает свою жизнь за счастье других людей. Спасибо.